привет! Сегодня суббота, делать ничего не хочу. Пойду погуляю по городу, поснимаю вам видео. И это самое. И сам что-нибудь увижу. Весна наступила, покажу, как у нас это все происходит. Плюс сегодня у нас праздник иммигрантов. Вот сейчас я вышел на Палермо и пойду туда. А по дороге покажу, какие у нас сейчас проспекты поремонтировало наше правительство, так сказать, городское сделало. Вот это Палермо. Вот с этой стороны это у нас выставка достижения народного хозяйства. А вот с другой стороны, вот там заборчик, это вход в зоопарк. А вот это раньше было такое все запущенное. А сейчас его подремонтировали, сделали такую вот широкую, видите, тротуар. Вот у нас получается слева ВДНХ, так называемое. Вот, Рураль у нас в Буэнос-Айресе называется. Справа у нас получается зоопарк. Я иду в сторону парков, где будет проводиться сегодня праздник иммигрантов. Или у нас называется еще это Коллективидадес, где все будут. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Сейчас хотел просто показать, как у нас вот широко теперь стало и более-менее нормальненько. Видите, все позеленело очень хорошо. Вот здесь, когда будет Дакар в этом году, вот здесь будет представление машин и всего. Всегда вот здесь происходит на Рурале. Так что пойдем потом, когда начнется после Новый год. Пойду вам все покажу здесь. А сейчас у нас несколько дней была такая погода, что как бы чередовалась 3 раза на день. И солнце, и дождь. И очень быстро полезла зелень всевозможная. Вот. Видите, как распускается все. Народу немного, потому что суббота. Но достаточно. Вот здесь через 100 метров уже начинаются парки палермовские. Там будет парк Роз. И за парком Роз сегодня будут, как говорят, этот праздник. Попробую показать вам, как ваши земляки в Буэнос-Айресе проживают. Я уверен, что с разных стран смотрят, а так как там разные страны и будут, вот постараюсь показать побольше. А сейчас просто показываю, вот какие у нас широченные теперь стали проспекты и пешеходные. Это Авенида Сармиента называется. Может, кому надо. Вот, если кто ищет американское посольство, на всякий случай, там, не знаю, визу получить, еще какую-то фигню спросить, значит, вот, сейчас от меня налево, и там оно. Вот желтенькие велики, которые ездят справа, это велики, которые у нас бесплатные по Буэнос-Айресу. А то тут меня спрашивали, говорили, что я, наверное, ошибся, что сказал бесплатные велосипеды. Так нет, я не ошибся. У нас в Буэнос-Айресе есть станции бесплатные проката велосипедов. Можно взять на одной станции, поехать. Есть специальные дорожки. Можно поехать в свой район, найти там станцию ближайшую и там его оставить. Вот. Для этого вы должны записаться сначала. На какой-нибудь станции принести, так сказать, фотокопию своего документа. Ну, в общем, там несколько бумажек. Вас зарегистрируют, и потом на любой станции вы можете брать велосипед и оставлять на любой другой станции. Вот, кататься. Вот мы доходим до парка. Вот там американское посольство, кому нужно. Вот оно. Сразу двери. Слева вторые. Так что кто там еще хочет спросить или поехать, просто полазить, попробуйте.
Ладненько, это было такое коротенькое видео, потому что сейчас я приду в парк и там покажу что-нибудь другое. А сейчас просто показал немножко. Давайте, пока.